Федеральные и региональные меры поддержки, командная работа и будущее развитие. Об этом говорили на бизнес-встрече «Час предпринимателя», которая прошла на территории усадьбы Гребнева. Представители органов власти, Министерства инвестиций, депутаты Госдумы и МОС, облдумы, государственно контролирующие надзорные органы, а также 50 крупнейших предпринимателей из Щелково, Фрязино и Лосино-Петровского в таком широком кругу обсудили все важные вопросы, касающиеся развития бизнеса. Продолжает работу в регионе новая система отработки обращений предпринимателей ЦУР-бизнес для оперативного решения возникающих проблем. Однако на встрече многие отметили, что ничто не заменит открытого диалога с властью, поддержки на местах. И в этом отношении сегодня руководство трех муниципалитетов объединяет усилия. Ведь сильный бизнес, дающий рабочие места и двигающийся вперед сегодня, это социальное и экономическое благополучие региона завтра. Я за то, чтобы мы вместе смогли дать очередное развитие всем нашим территориям, которые мы сегодня здесь представляем. И понятно, что мы добиваемся лидерских позиций, но уверен, что объединившись, вместе сможем сделать гораздо больше для развития каждой территории и для граждан, которые здесь проживают. Нельзя разделять никого из здесь присутствующих, потому что делаем одно дело для одних людей. И вся наша миграция трудовая, она Лосино-Петровский биокомбинат, Щелково-Щелково, Фрязино-Фрязино-Щелково, вся как бы миграция, вся инфраструктура здесь. И ее как бы надо улучшить, усилить, как говорят, и в ближайшие 5 лет сделать, значит, на самом передовом уровне, как мы сделали бюджет Щелково, как мы сделали инфраструктуру и благоустройство. Виктория Мельник, Сергей Максимов, Щелковское телевидение.